Глубокий хороший вдох, выдох. Еще вдох, потянулись хорошо вверх, выдох. На вдох поднимаем руки вверх, оставляем вверху и вытяжение правая, левая рука, не спешим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем руки, округляем спину, потихонечку потянулись, выдох, плечи, раз, два, три. 4, 5, 6. Загорела, отдохнула. Понравилось? Еще 2. И руки только плеча. Опускаем голову к правому, к левому плечу. Не забываем тянуться ладонями в пол. Хорошо. 5, 4, 3, 2, 1. Вниз. Вверх, вниз, и еще 5, 4, 3, 2. Оставили подбородок внизу и раскачиваем затылок вправо-влево. Спины прямые. 3, 2. Переходим в круговые вращения. 1, 2, 3, 4. И в противоположную сторону. Ага, хорошо. Голова в исходное положение. Прямые ручки вперед. У нас работают только пальчики. Раз. Давай. 2, 3, 4. Заодно этот кинотеатр. Одного кота. Зажимаем в кулак и раскрываем широко пальцы. Ну, покажи, класс. Все, поздно, все, снижаем. 4, 3, 2. Зажимаем плотно в кулак и выполняем вращение запястья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другую. 1, 2, 3. Что-то какие-то грустные сегодня. Все, все-таки думаете, дождь пойдет? Нет? Хотим дождя. Пусть идет на улицу. Зафиксировали запястья неподвижно. Работает локтевой суставчик. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прямые ручки раскрыли, ладони вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Медленно опускаем руки вниз, расслабили, хорошо. Левую зафиксировали, правая вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Левой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вперед. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правая вперед, левая назад. И поочередно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем ваши ставки. Упадет, не упадет. Что-то устатывается как-то. Лиса, расслабили плечи. Правая назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично, меняем руку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Округляем спинку и назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И поочередно. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Ладони с двух сторон. Медленно скользим по бедру, приподнимая локоть повыше. Только по бедру, таз на месте. Зафиксировали, не работает. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Хорошо. Ладони перед собой. Глубокий вдох. Чуть закрыли лопаточки. Выдох вперед. Выдох, вдох,
Выдох. Продолжаем. 8. Ниже, 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 ниже. Не стесняемся. Колени прямые. 6, 5, 4, 3, 2. За прямыми руками потянулись вперед. Голова, продолжение корпуса. Смотрим вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Опустили руки, округлили спину, согнули колени и медленный подъем вверх, выдох. Угу. Зафиксировали руки, соединили стопы вместе. И пальчики правой ножки в упор и левой. Раз, два, три. Выше, выше пятки. 6, 7, 8, 9, 10. Две пятки вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. Глубокий вдох. Выходим на носочки. Потянулись вверх. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Выдох. Стопы пошире. Наклон вперед. И теперь мы наоборот поднимаем правую левую стопу высоко, оставляя корпус на пяточках. Выше, 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 выше. 5, 4, 3, 2. Правое натяжение на себя. 10, 9. Правая, правая, зафиксировали. 4, 3, 2, 1. Поменяли. 4, 3, 2. И две стопы вверх. Пошутила, поднимаемся. Хорошо расслабили наши ножки. Поставили широко. Обхватили колени. Сместили колени вправо, влево. 5, 4. Как будто на лыжах. Оттолкнулись. По горе. Ага. 3, 2. А теперь стопу зафиксировали на полу и выполняем круговые вращения в коленном. Не спешим, не отрываем ни пальчики, ни пятку. 5, 4, 3, 2. И в противоположную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Округляя спину, потихонечку поднимаемся вверх. Стопы также широко, глубокий вдох и потихонечку вправо, влево, не спешим. 8, 7, 6, 5, 4. Прям дельтаплан у нас прям под музыку. Левой рукой коснулись правой стопы и посмотрели вверх. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Поменяли сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаемся вверх и пятки еще чуть пошире. Руки в замок, замок за головой. Раскрыли локти максимально в сторону. Наклон вправо, вперед, влево, назад. Не спешим. Вправо, вперед. Влево. Назад. Последний разочек по 4 точкам. И все 4 точки соединили. 1, 2, 3, 4. Последний. Хорошо. Влево наклон. Вперед, вправо, назад, влево, вперед, вправо, назад. И еще 4 точечки, четко отбиваем их. Последний по точкам. И соединили. 1, 2, 3, 4. Еще последний. Хорошо. Собираем стопы. Расслабились. Стопы на ширине.
Раз, выкрыть. Согнули локоть. Таз неподвижен. Вытяжение. Раз. Два. Наша задача выпрямить локтевом и хорошо потянуть боковые. Работает? Остались в наклоне. 10, 9. Не закрываем себя рукой, наоборот, открылись и смотрим, что там облака нам диктуют. 5, 4, 3, 2. Меняем сторону, сгибая локоть. Раз, два, три. Отлично, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, остались в наклоне, тянемся чуть взгляд вверх. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перестраиваемся в противоположную сторону. Теперь, когда мы выполняем наклон, мы таз чуть смещаем. Выдох. Если сгибается правая нога, прекрасно. Нет, еще лучше. Поехали. Таз. И потянулись. И потянулись. Чуть больше работает. Не закрываемся, наоборот, еще нижняя. Вперед. Да, абсолютно. 4, 3, 2. Потянулись хорошо в сторону. Выпрямили локти. Посмотрели. Вверх. 5, 4, 3, 2. И в другую сторону также. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Остались на кончике, потянули. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. После наклона вперед мы с вами пьем воду. Глубокий вдох и выдох. Наклон прям старайтесь чуть пониже потянуться. Во, отлично. 8, 7, 6. Колени не сгибаем. 5, 4, 3, 2. Потянулись ко мне руками. Хорошо, хорошо. Выпрямили спинки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Медленный подъем вверх. Нравится. Поехали. Расслабили правую руку. Правую. Ага. Левую зафиксировали. Вперед. Раз. Два. Следим за тем, что наш корпус машем, машем, машем. Неподвижен. Только в плечевом суставчике у нас хорошо работает рука. Мы добавляем скорость. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выдох. Мы начинаем с небольшой амплитуды, как будто небольшой круг рисуем. Потом этот круг у нас увеличивается. Мы добавляем амплитуды и добавляем скорость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выдох. Расслабили две руки. Начинаем с небольшой амплитуды. Максимальная скорость, максимальная амплитуда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выдох. Расслабили плечи. Правая рука вперед, левая назад. Потихоньку начинаем рисовать круги. Восемь. Не спешим. Здесь потихоньку, потихоньку. И вот теперь добавляем скорость. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Расслабили. Прям хорошо. Кисти расслабили, плечи. Да? Поменяли направление. Поехали правой, назад. Не спешим. Здесь уже совсем другая амплитуда, другая работа идет. Чуть посложнее, может быть. Или нормально? Добавили максимум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10. Выдох, расслабили. Левая. Раз. Два. Три. Четыре. Добавляем скорость и амплитуду. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 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 Молодцы. Отлично. Правая вперед, левая назад. Поехали по очереди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Добавляем скорость. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Таз остается на месте, чуть согнутые колени. Мы округлили спину и смещение вправо-влево. Потихонечку тянемся то к правому, то к левому колену. 5, 4, 3, 2, последний. Хорошо. Две прямые руки вперед. Правая рука делает круги вперед. Левая назад. 5, 4, 3, 2, не две вперед, одна вперед, другая назад. Остановились. Теперь правая идет у нас назад, а левая вперед. Раз, два. Домашнее задание. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последний. Расслабили кисти, руки потихонечку поскручивались вправо-влево. Расслабили голову, шею, плечи. Прямые руки. Грудной раскрыли, красивые, опустили плечи. Правая рука касается... Стопы чуть пошире, чтобы покомфортнее было. Прям вот так встали, красивенько. Как ваши локоточки? Нормально? А теперь они будут в работе у нас. Раз, два, три. Локти не опускаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оставили. Левая. Раз, два. Не спешим. 3, 4. Локти контролируем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И две. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Не опускаем локти. 8, 9, 10. Оставили пальчики, локоточки. Терпим, терпим. Чуть-чуть осталось. Прям потянулись локтями назад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. Сначала локти. Теперь руки. Выдох. Как по ощущениям? Теперь у нас ладонь в пол. Мы сгибаем локоть и большим пальцем прям под мышку. Ага, не спешим. Раз, два, три. Через нижнюю точку рука, через нижнюю точку. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выпрямили. Раз, два, три. Не спешим. 4, 5, 6, 7, 8. Гантели надо? Нет. И две. Раз, два, три, четыре, пять. Подбородки повыше. 6, 7, 8, 9, 10. Оставили здесь. Потянули локти назад. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вот теперь можно чуть-чуть расслабить руки. Потянитесь. Раз, два, три. Прям стрессно. Хорошо, обнимайте себя. Ребра потрогали. Есть? Ага. Расслабили. Чуть-чуть на ноги перейдем? Или продолжим руки? На ноги. Ножки вместе. Правая вперед. И чуть-чуть в исходную. Правая. Thank you.
правая вот сплотную. И левая также шаг вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Остаемся. Вперед. Начинаем пружинку. Правое колено в пол. Чтобы чувствовать наши тазобедренные, да, косточки. Три, два. И мы смещаемся в правую сторону и потихонечку наклончик вперед, как бы ребрами тянемся на бедро правой ноги. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Поменяли сторону. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Два. Хорошо. А теперь наоборот поменяем. У нас теперь стопы будут вбрось. Потихонечку. Прямые руки вперед. И присед чуть вниз. Два. Не спешим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Остались внизу десять. Девять. Восемь, семь, шесть, пять. Что там за обсуждение? Четыре, три, два, один. Гантели хотите? Сейчас. Теперь на присед у нас раскрытие рук в стороны. Выдох. 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 Что-то не так делаете, значит. Они же контролируют. Три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, остаемся, присед, раскрыли чуть грудной отдел вперед, там чуть пониже, пять, четыре, три, два, один, выдох, собираем стопы, хорошо расслабляем. Был присед врозь, теперь у нас наоборот, собираем стопы вместе и на выдох вперед, так, чтобы колени у нас не выходили за мыски. Вдох, выпрямились, подтянули все. Выдох, вдох, выдох. В динамике и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять остались внизу. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Два. Поднимаемся вверх, расслабляем ножки. Теперь этот же присед, только теперь от колена. Ой, наоборот, стоп. Выдох. Выдох. Поехали вниз. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Остаемся внизу, ручки вверх, 10, 9, чуть с прогибчиком, аж отсюда мышцы должны чувствоваться, 5, 4, 3, 2, 1, выдох, поднимаемся вверх, снова расслабляем ножки, запуск, руки в замок, за головой, сейчас мы не торопимся, вес тела переносим на левую ногу и чуть-чуть наклон. Мы не спешим, нам тут не нужно лбом уткнуться в колено. Нам нужно приподнять ножку и сгруппироваться. И здесь раскрыть грудной. Здесь закрыли, здесь раскрыли. Два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8. Закрывайте, закрывайте себя локоточками, тяните спинку, чувствуйте, что спина работает. Левая нога и раз, два, не спешим, три, меньше, 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 4, больше группировка вверху, меньше ногу поднимаем, 5, 4, 3, 2, стопы вместе и 2 колена, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сгруппировались, локтями достали до колен, держимся, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Медленно раскручиваемся вверх. Хорошо, руки никуда не деваются, они все еще за головой. Мы широко стопы, правое колено сгибаем и наклончик правой стороны. Нет у нас больших. Раз, это уже тоже работа. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И синхронно, и хорошо, и левая ножка, не путайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, последний, хорошо, а вот теперь разобрали наши, расслабили пальчики, снова замок, замок в исходную. Пяточки чуть-чуть пошире, раскрылись в грудном, таз увели назад, сделали наклончик, посмотрели вправо, вернулись в исходную и посмотрели вверх. Полноценно вниз, взгляд вниз, подъем. Делаем. Два. Не забываем раскручиваться, да, тут еще и здесь должно работать. Ага, три. Только вправо пока делаем. 6, 7, 8, 9. В десятый мы остаемся внизу. Развернули левый локоть вниз, правый вверх. Смотрим вверх. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, разворот вниз и вверх, подъем. Что, это не держится? Раскрываем, раскрываем. Очень хорошо здесь работает грудной, работает как раз вот наш поясничный отдел, да? Но если прям очень больно, лучше не доделывать, чуть-чуть, как бы, в левую сторону то же самое. Наклончик вперед, посмотрели влево, вернулись. В исходную не спешим, ага, два, четыре, взялись за руки за спиной, округлили спинку, хорошо потянулись подбородком к груди и теперь раскрываем плечи и закрываем, раскрываем и закрываем, здесь не спеша соединяем лопатки и растягиваем их, большие пальцы лежат к плечу. Крепко держим, чтобы пин-код никто не видел, да, или какие-то цифры наоборот. 5, 4, 3, 2.
один, выдох. Раскрываемся в грудном, руки еще за спиной, большие пальцы к земле. Потянулись, раз, выдох, раз, выдох. Подбородки повыше, хорошо работает грудной, плечи, руки, пять, четыре. И не опускаем голова всегда в одном положении. Потянули себя хорошо. Колену 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, выдох. Точно так же потянулись. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Хорошо. Стопы вместе. Медленно. Сначала опускаем подбородок к груди. Дальше мы потихонечку расслабим верхнюю часть корпуса, сгибаем колени и полностью дотягиваемся до пальчиков ног. Здесь мы выпрямляем колени, сгибаем колени и позвонок за позвонком поднимаемся вверх. Если тяжело держать стопы вместе, можно поставить пошире. Работаем. Все время отключается. Конечно, вверх полностью и вниз полностью. Прям абсолютная полностью скруточка вниз. Выпрямили подъем. Потянулись вверх. Получается, мы растягиваем позвоночный столб полностью. Потом потихоньку его формируем и чуть вверх. Добавляя мобильности нашим именно позвонкам. Добавляем вот эту вот жидкость, чтобы им полегче было крутиться вправо-влево. Шевелятся, если их шевелить. Они не шевелятся, если их не шевелить. Проверено. Еще последний разочек прям сделайте. Ну, что это за не пошире, а 105 вместе, кто пожил. Отлично. Все то же самое. Чуть подсогнули колени, ушли вниз. Выпрямили колени и подъем вверх. Это архи сложно. Вот и интересно, насколько мы с вами продвинулись вперед. Да, вот прям валет, поехали. Давай, 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 дотягиваем, дотягиваем прямые. Отлично. Супер, поехали. Также вместе вверх. Вверх старайтесь с прямыми ножками подниматься. Еще один повтор.
Угу. Оставляем стопы в этом же положении. Потихонечку, придерживаясь за ножки, мы делаем наклон вперед, обхватывая двумя руками колени. И ребра движем к бедру. Тихонько. Легко сказать, а сделать очень трудно, но мы все равно пробуем. Обняли колени и ребра Логопеда нет знакомых? У наших ребят нет логопеда. Умницы. Очень хорошо. Еще. Потянитесь, почувствуйте, что ноги у вас включились в максимальную работу. И вот теперь потихонечку подъем вверх. Не спешим, здесь аккуратно. Очень хорошо. Ну что, на балансе? Левая рука в сторону. Левая рука в сторону. Правые ножки согнуты в колени. Перехватили рукой. Правая, приставили, левая, приставили, правая, приставили, левая, приставили. Два шага вправо и пока без рук. Раз, два, раз, два. Здесь левая, раз, два, три, четыре. И влево. Раз. Пам. Два. Пам. Обратно. Пам. И пам. Хоп. Не сложно? Я думаю, нет. Поехали. И раз. Пам. Два. Пам. Три. Пам. Четыре. Пам. Раз. Два. Три. Четыре. Левая. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Самое, только с руками. Расслабили здесь руки. Расслабили руки. И раз. Итак, сейчас я еще соображаю. Раз. Два. И три. Четыре. Три. Четыре. Левая. Раз. Два.
фотку. Во, отлично. На следующий будем дальше уходить. Успела, самое главное. Конечно. Так, чуть поближе, чуть поближе. Потеснее, подружнее. 5, 4, 3, 2. Yes. Я вас всех вместе. Вот еще. Да-да-да, та-там. Ну, пожимание чуть-чуть, ну, девочки, где загадка? Ага. Мне понравилось.